Мя, куда полез? Ах, он шебуршной, блин. Ну да, вот полази там теперь. Ни хрена себе. Ну ты циркач, а? Что это такое? Как называется? А? Спускаться-то умеешь хоть? Блин, ну хоть правильно спускается. Жопой вниз. Тот-то мякиш головой вниз всегда прыгал. Еще разгону набирал по деревьям и головой вниз. Постоянно голова у него пришибленная была. О, началось там мартовские песнопения. Вот такое вот. О, уже он кентрелами как надшедили-то. Накидали. Эх, не заметил я, как пронеслось. Да, ну а вот до суда, до этого я совсем никак ничем не достану. Поэтому она только ждать, когда сама стает. Выворотил же мне вчера сосед калитку. Кстати, что же я не взял-то? Отвертку надо было взять, закрутить сразу. Я, говорит, подергал, она сама и открылась. Дури много, шурупы 3-сантиметровые выдрал с корнем. Красота! Вот такой благой день Весты. Равноденственный сегодня. Где тут жаворонки вообще интересно у нас водят, кроме печеных. Я вот как-то не видел в этом краю жаворонков. Хотя и снегирей тоже не видел, многие видели даже в Новосибирске, в самом парках снегирей. Я ни разу за сколько лет, сколько я слышу, что лет 15, наверное, жил в сибирском краю. Прикольно, кто-то так скакал. Легкие такие следы-то. И здесь такие же. Кто же это так бегал? Такой мелкий. Да, что-то без музыки скучно. Музыку так и не смог найти, куда я ее посеял. Не помню. Картина такая. И химией нас воздух отравят, и электромагнитными излучениями свыше облучают. Так, стоп, это надо записать. А, или куда тот свернул? Блин, не записал две машины. В общем, такая история. Сосед Николай, который мне вспахивал участок первый раз. Ну, единственный, первый, последний, перед тем, где я его в террасу разлинеял. Так вот, едет, я с ним поздоровался, проезжая, тут же вот из бугорка выезжает опять его машина. Он со мной здоровается, я с ним здороваюсь. Такой глюк матрицы наблюдаю, поворачиваюсь, чтобы проверить, да, действительно, две машины едут одна за другой, одинаковые, но, во всяком случае, по цвету. Офигеть. Так вот, не знаю, может, я такой слепенький уже стал, что лица путаю, вроде как я его отчетливо видел. Причем солнце, светло, вот, и он как бы наклонился же еще из-под козырька, то есть вообще
две идентичные практически картины одна за другой. Я вообще в шоке от такого зрелища, если честно. Такие вот сюрпризы на день рождения, день боги-невесты. Вот там завывает-то мой. В принципе, снег, да, вроде бы начинает как таять. Но вроде бы его и незаметно, что он сильно стаял бы. Вот как вы думаете, по сугробам? По-моему, они просто более размытые по краям стали и все. Ну и сверху немного там он утрамбовался. Больше всего он, конечно, от земли он проталенный. Идут, оттаивают. И сверху, если с тяжелым на него наступать, то можно провалиться. Внизу он там от земли рыхлый совсем. Вот. Ну, так как здесь у меня протоптано, натоптано более плотно, поэтому я по нему могу спокойно передвигаться поверху, не проваливаясь. Как там Аня сказала, снизу вверх надо кедр заснять. Сейчас попробуем. Вон этот песик уже там проваливался, прыгал. Ну вот это я провалился. Так-то если провалиться, то там можно глубоко уйти. Почти до земли. О, блин, услышал. Тепличка вон прохудилась совсем. Надо будет эту перемычку менять, новую ставить. Доску длинную. Или доску, или лучше бревно. Фу, эту жердину. Под ними уже все растаяло. Вот так вот, видать. Где он там не учит? Вот такие они. Такие душины. С электростимуляцией тут же. Где тут наши катоды? Вот они идут прям через нее, через неволи, через кеды, в общем. Я как бы, когда с ним пообнимаешь, облучение все снимается. Каким образом, непонятно. Вот. И не пробовал, не замерял. Какое внутри, тоже надо будет померить. Внутри вот эти заросли, какое там излучение, меняется оно или нет. Копейки, где ты там орал?